Сегодня начинаются Дни Якутии в Санкт-Петербурге. Они посвящены 385-летию вхождения республики в состав России и призваны дать целостное представление о нашем регионе, его истории и перспективах развития. Какие мероприятия ожидаются, а какие пройдут уже сегодня? С нами на прямой связи из культурной столицы наш корреспондент. Айсена, приветствую, вам слово. Да, действительно, программа «Дни Якутии» в Санкт-Петербурге очень насыщенная. Мероприятия пройдут в разных точках города, и пройдут они как в деловом, так и в культурном формате. Что касается сегодняшнего дня, то с утра делегация Якутии уже посетила Пискаревское мемориальное кладбище, где отдала дань памяти павшим воинам Великой Отечественной войны. Ну а здесь, в Ленэкспо, уже состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала республики. Также в здании правительства города Смольном Адмиралтейский район Санкт-Петербурга и городской округ Жатай подписали соглашение о сотрудничестве. И совсем скоро в ленинградском зоопарке жители и гости северной столицы увидят белого медвежонка Харчану. А в Российском этнографическом музее развернется ювелирная выставка «Сокровищница Якутии». Дни Якутии в Санкт-Петербурге продлятся до 11 декабря. За это время пройдут многочисленные деловые встречи, выставки, презентации, а также на сценах Капеллы и Мариинского театра состоятся концерты. В Ленфильме пройдут кинопоказы якутских фильмов. Я напомню, с нами на связи из Санкт-Петербурга был наш корреспондент Айсена Бурнашова.